بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي شاب ما продолжаем наше обсуждение посвященный исламских убеждений. Итак, мы на предыдущих уроках закончили рассмотрение вопросов свободы воли человека. И с этого урока мы начнем новую тему. Эта тема заключается в справедливости Бога. Вопрос справедливости Бога является одним из важнейших вопросов исламской идеологии и относительно которого среди мусульман имеются разногласия. То есть среди мусульман имеются разногласия относительно справедливости Бога. Но изначально необходимо подчеркнуть, что несмотря на то, что среди мусульман имеются разногласия и споры относительно данного вопроса, и разные группы мусульман принимают разную позицию, по поводу данного вопроса, но тем не менее ни одно мусульманское течение не утверждает, что Бог является несправедливым. Ни одно мусульманское течение не утверждает о несправедливости Бога. Разногласия и различия заключаются именно в толковании этого атрибута, этой особенности Бога, этого атрибута Бога. Но чтобы понять, в чем же заключается это разногласие, в чем различие толкований, нам необходимо разобраться немножко в другом вопросе, который является корнем данных разногласий. В чем же заключается этот вопрос? Этот вопрос заключается в том, что является основой хорошего и плохого. Почему та или иная вещь является хорошей, а другая вещь является плохой? Почему то или иное деяние, тот или иной поступок является хорошим, а какой-то другой поступок является плохим? Почему, например, убийство или ложь являются плохими поступками, а благотворительность, например, является хорошим поступком? Хорошим деянием. То есть, что является источником этих особенностей? Почему то или иной, то, тот или иной поступок, то или иное деяние обладает одной особенностью, а другое деяние обладает совершенно другой особенностью. Относительно данного вопроса и ответа на данный вопрос имеются разногласия среди мусульман. Первая точка зрения принадлежит ашаритам. Ашариты утверждают, что источником всего хорошего и всего плохого, то есть причиной того, почему то или иное деяние является хорошим, а другое деяние является плохим, является исключительно закон Бога. То есть только Бог решает, что есть хорошо, что есть плохо. И то или иное деяние является хорошим или плохим только потому, что Бог об этом сказал. То есть источниками причины этих особенностей является Слово Бога, закон Бога, утверждение Бога, указание Бога. Другими словами, шариат. Таким образом, а шариты утверждают о том, что... Хорошее и плохое является хорошим и плохим исключительно потому, что так сказал Бог. Ну и, соответственно, как следует, из этой точки зрения все, что Бог называет хорошим, является хорошим, а все, что Бог называет плохим, является плохим. И поэтому убийство является плохим деянием, потому что так сказал Бог. Ложь является плохим деянием, потому что так сказал Бог. И наоборот, благотворительность является хорошим поступком, потому что так сказал Бог. Молитва или пост являются хорошими деяниями, потому что так сказал Бог. Но если было бы наоборот, а если, согласно этой точке зрения, если было бы наоборот, если Бог утвердил бы обратное, если бы Бог назвал молитву или пост плохими деяниями, благотворительность предосудительным поступком, а убийство, ложь, грабеж и так далее и тому подобное, воровство, все это назвал бы хорошим деянием, хорошим поступком, то согласно этой точке зрения, согласно точке зрения ашаритов, все это было бы так. То есть то, что Бог назвал хорошим, было бы на самом деле хорошим, а то, что Бог назвал плохим, было бы на самом деле плохим. То есть убийство или воровство или ложь, были бы хорошими поступками, одобряемыми поступками. И наоборот, молитва, пост, благотворительность, все это были бы плохими поступками. Таким образом, источником этих особенностей, этих особенностей тех или иных деяний, тех или иных поступков, источником всего этого является Слово Бога, мнение Бога, утверждение Бога, закон Бога. Это одна точка зрения, один взгляд на данный вопрос. Другой, другим взглядом на данный вопрос является взгляд и точка зрения мутазилитов и шиитов и мамитов. Они утверждают обратно, они утверждают, что ни в коем случае, что деяние само по себе, вне зависимости от того, что они, об этом деянии сказал Бог, вне зависимости от этого, деяние само по себе обладает этими поступками, обладает этими особенностями. Поступки обладают этими характеристиками и этими особенностями. То есть благотворительность является хорошим поступком сама по себе. То есть сама по себе обладает этой характеристикой, а не потому, что так сказал Бог. Или же молитва, или же пост являются хорошими деяниями, хорошими поступками, и сами по себе обладают этими характеристиками и этими особенностями. В отличие от... Воровства, лжи, убийства и так далее, и других плохих поступков. Все эти поступки сами по себе таковы, а не потому, что так сказал Бог. Это точка зрения мутазлитов и шиитов и мамитов. Согласно этой точки зрения, и даже если бы Бог ничего не сказал бы о тех или иных поступках, о тех или иных деяниях, о множестве тех или иных поступков, тех или иных деяний, эти деяния были бы хорошими или плохими, вне зависимости от того, что Бог о них ничего не сказал, что Бог никакого закона о них не, не спаслал. Эти две точки зрения имеются среди мусульман на вопрос о том, что является источником и причиной того, что то или иное деяние является хорошим, а другое деяние является плохим. И согласно этому разногласию появляется разногласие относительно атрибута справедливости Бога. То есть ашариты которые утверждают, что Бог справедлив, они говорят, что Бог справедлив, потому что Он Бог. Но не потому, что совершает те или иные поступки. Почему? Да потому что хороший поступки и плохие поступки становятся таковыми только потому, что Бог так сказал. А раз Бог поступает так или иначе, значит это хорошо. И поэтому, если бы Бог поступал бы совершенно обратным образом, то это было бы хорошо. Это было бы одобряемо, это было бы хорошо, и это было бы справедливо. И в отличие от ашаритов, Имамиты и Мамиты, и Мадозиты утверждают, что нет, ни в коем случае. Бог совершает эти поступки, потому что эти поступки являются хорошими, что эти поступки являются справедливыми. Эти поступки не становятся справедливыми и хорошими только потому, что Бог их совершает. Наоборот, Бог совершает эти поступки и эти действия, потому что это есть сама справедливость. Это есть само добро. И здесь мы видим, что та и другая группа утверждают о справедливости Бога, но понимание справедливости Бога очень сильно отличается, очень сильно разнится. Одна группа по-своему понимает справедливость Бога, другая группа совершенно иначе понимает справедливость Бога. Но истина заключается в том, что вторая точка... Зрение на данный вопрос является верной точкой зрения. То есть утверждение о том, что Бог совершает те или иные поступки, потому что они являются самой справедливостью и добром, а не наоборот. Эти действия не становятся справедливыми и добрыми только потому что Бог так делает, Бог так приказывает. Нет, наоборот. Бог совершает эти поступки, потому что они справедливые. И давайте приведем несколько доводов и доказательств относительно э, того, что вторая точка зрения, то есть точка зрения мотозлитов и мамитов является верной точкой зрения. Мы приведем несколько логических доводов, но прежде чем привести э, эти доводы, давайте коснемся нескольких преданий, дошедших до нас от непорочных. Его светлость Али ибн Абиталиб, в одном из писем на Жульбалава «Пути красноречия» это письмо было адресовано его сыну, имаму Хасану, алейхиссалату вассалам. Его светлость в этом письме говорит следующее. что Он Всевышний, Единый Господь, не приказал тебе ничего, кроме хорошего, ничего, кроме добра, и не запретил тебе ничего, кроме предосудительного, ничего, кроме зла. Бог тебе не запретил. То есть в этом предании ясно и двусмысленно говорится о том, что Бог приказывает человеку только хорошее, только добро. И не запрещает человеку ничего, кроме зла, кроме предосудительного. Эти слова никоим образом не сочетаются с точкой зрения ашаритов. Потому что эти смыслы, эти слова теряют абсолютно всякий смысл, когда мы утверждаем о том, что точка зрения ашаритов является верной. Почему? Потому что ашариты утверждают, что доброта действия, справедливость действия, источником доброты и справедливости действия является Слово Бога, приказ Бога или же действие Бога. То есть Бог является источником доброты и справедливости действия, того или иного действия. Раз так, то какой имеет смысл то, что говорит его свято салибин абиталь и салат Никакого смысла не имеет. Почему? Потому что если ашариты были бы правы, то Действие было бы добрым только потому, что Бог это приказал. И действие было бы злым, предосудителем только потому, что Бог запретил это. Но мы видим, что Алибн Абитальба, алейссатуслам, утверждает об обратном, о чем-то большем. Он говорит о том, что Бог приказал, потому что это было добрым поступком, это было хорошим поступком, и запретил, потому что это было злым предосудительным поступком. Или же предание от его светлости имама Риды, алейсалату вассалам, который сказал «Вамин инна Аллах аззаваджалла хакимун, ва ла якуну лхаким, ва ла юсафу бил хикма, илля ладзи юхзиру лфасада, ва ямуру бисалах, ва язжур ани Его светлость имам Риды, алейсалату вассалам, говорит, что Всевышний является мудрым. И не может быть никто мудрым, и обладать атрибутом мудрости, если он не приказывает, он не предупреждает о чем-то злом, о чем-то вредном, и не приказывает то, что является полезным, и не запрещает зло, и не запрещает предосудительное, не запрещает отвратительные мерзкие поступки. Опять-таки, мы здесь наблюдаем, что источником запрета Бога является особенность тех или иных действий. То есть действие является несправедливостью, действие является омерзительным, действие является вредным. И именно поэтому Бог то есть предупреждает об этом поступке ваязджуру и запрещает эту несправедливость и это омерзительное деяние запрещается Богом то есть источником запретов и приказов Бога являются особенности деяний, но никак не наоборот. То есть эти деяния не обретают те или иные свои особенности только потому, что Бог так сказал, только потому, что Бог приказал или же Бог запретил это деяние. И на этом я с вами заканчиваю. Мы продолжим обсуждение данного вопроса со следующего урока. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِ على محمد وآل محمد. اللهم صلِ على محمد وآل محمد.